Приветствую, друзья, сердечно. 20 числа выставка. Значит, я сейчас собираю картины. 30 картин нужно, чтобы было на выставке. И, конечно, белая ромашка. Белая ромашка, вот то, что у меня вон там. Белая ромашка, цветок любви. Да. И вот выбираю сейчас 30 картин. А тут я говорил со своим другом Рашидом, он говорит: слушай, что ты там мужика нарисовал с усами, с бородой? Я говорю: ну, женщины хотят, чтобы видеть, и мужчин тоже, потому что они говорят, что это ты все время девушек рисуешь, красивых. Да, ну, мне, конечно, это приятно, что так считают, что красивые. Да, да, но он еще сказал: с душой, женские такие образы прекрасные, с душой. Да, я с искусствоведом с одним разговаривал, тоже говорят: у тебя такие картины жизненные, с душой. Ну вот повторяется это с душой, так что я душу туда вкладываю, поэтому и с душой. И всех приглашаем на выставку, и инициатор выставки мой друг Тамара Зиновьева, искусствовед, вас тоже приглашает, естественно. Выставка будет необычная, потому что там, я уже говорил, худсовета не бывает, но у них так плотно заняты все дни, и поэтому мне выделили вот эту неделю с 20 по 26. А открытие выставки в 19 часов 20. Поэтому приходите, приходите. Потому что многие мне пишут: а когда можно их живьем посмотреть, эти картины? Пожалуйста. И Игорь Николаевич Острецов, мой друг физик-ядерщик, тоже придет, поэтому вы увидите Игоря Николаевича, поприветствуйте. Да, кто беспокоится о нашем энергетическом состоянии на планете и о человечности, познакомитесь лично. С Тамарой Зиновьевой познакомитесь, с сотрудниками этой мастерской, которая Лего называется, познакомитесь. Там вообще эта выставка у них всегда очень интересная бывает. Но я надеюсь, что наши картины тоже произведут впечатление. А вот посмотрите, какая девушка с букетом. Да, девушка с букетом. Улыбку ей пытаюсь все время сделать, чтобы как посмотрела или посмотрел, сразу чтобы было ощущение вот этого. И в глаза посмотрите, в глаза. Да, в глаза посмотрите, девушки, какие глаза. Да. И мне сейчас напишите, может, нам что-то добавить, убавить на моих картинах. У нас же есть такое социальное изобретение, как формат «Коллективный разум». Я показываю картины, а вы мне пишите комменты, что убавить, что прибавить, и у нас так получилось не один шедевр так получился, много шедевров получилось. Именно шедевры, потому что многие писали потом: слушайте, да это же шедевры. Да, кстати говоря, я хочу сказать, что когда я делал доклад на Международный симпозиум по арт-терапии, синтез науки, медицины и искусства. Да, я там тоже рассказывал, как снимать нервно-мышечные зажимы, чтобы художник каждый раз открывал себе заново и заново свежий взгляд, не грузился шаблонами. Это тоже проблема такая бывает, когда стереотипы нас загружают. И всегда по-свежему, свежими глазами смотрел, и поэтому быстрее выходил из... Сначала из стресса выходил на ноль безмятежности, а из безмятежности выходил в поток. Из минуса, если стресс... Видите, краски все время. Готовлюсь, художник. Да, из минуса через ноль в плюс, в поток. И там, как говорит Чискен Михаил, в своих лекциях, там величайший психолог, кто еще не знает, посмотрите, Чиксент-Михаил. Да, вот такие психологи на планете бывают, на которых надо равняться.
слушать внимательно, что они говорят. Потому что слово сказанное, это ведь самое главное, вначале было слово. Да, все потом простраивается. Итак, друзья, выставка. Приглашаю вас 20 числа, открытие 19 часов. Адрес будет написан ниже в комментах, посмотрите, кто не видел. Итак, до встречи.